Первое областное радио. Пиротехники Сибири всю Россию победили. Видела я сторис в их инстаграме. И это было, конечно, потрясающе. У нас в студии генеральный директор, друзья, большого праздника Семенов Сергей. Сергей, здрасте. Здравствуйте. И главный пиротехник Александр Радаев. Саш, вам тоже доброе утро. Здравствуйте. Доброе Но они утро, не одни, доброе. А с ними еще Лена Штремлева, она чуть позже вступит в беседу. Пиар компании «Большой праздник». Ну, во-первых, от всего сердца искренне вас поздравляем. Спасибо большое. Это восхитительно. Это, кстати, первая планка, которую взяли? Или до этого уже были некие победы, которыми гордитесь, и они подчеркивают ваш уровень профессионализма? Но вы знаете, на самом деле мы работаем в этой системе уже давно. Ну, а давно это сколько лет? Давно уже 16 лет. 16 лет? Самое интересное, что 16 лет проведения фейерверка в городе Новосибирске — это самая высокая планка вообще по России. Угу. И из 16 фестивалей фейерверков мы побеждали, ну, наверное, где-то половине. Вот. Подождите, да, а да. Вот тот список городов, который я нашел, мало того городов, еще и стран, которые я нашел в интернете, где большой праздник, в общем-то, бабахнул так бабахнул, это тоже вот в эти всю 16 лет уместилось? Вы вообще когда работаете? Это у вас получается что-то одни разъезды. Вы знаете, если мы работаем, значит, мы повышаем квалификацию. Угу. И это самое главное, почему повышается профессионализм наших сотрудников. Если говорить, вот вы назвали страны, это уже мы говорим про Ростех. Фестиваль Ростех. Угу. Он проходил уже 6-й год в этом году. Это международный фестиваль. За 5 предыдущих лет в этом фестивале участвовало 35 стран. Ничего себе! Вот. И в этом году, ну, я скажу, нам крупно повезло на самом деле, что нас пригласили. Мы представляли всю Сибирь. А что значит повезло? Они как-то выбирали компанию, которая достойна представлять Сибирь, или вы заскочили в уходящий поезд? Или у вас какие-то еще промежуточные соревнования существуют? Что значит повезло, да? Ну, в этом году международный фестиваль отменили, то есть зарубежные страны не могли приехать, и решили провести онлайн-фестиваль фейерверков. И, соответственно, руководство Ростеха, пиротехнические системы компания, они отсматривали все работы, кто как работает, и выбрали действительно достойные команды. Выступали команды, между прочим, вот из 6 команд, 3 команды были победителями предыдущих Ростехов. А-а-а, это было Калининград, конкуренция. Санкт-Петербург и Москва. Собственно говоря, мы выезжали как аутсайдеры. Mm-hmm. Если уж вот так вот говорить спортивным языком, mm-hmm. а это действительно были спортивные соревнования, это была длительная подготовка, тренировка. Ну, тренировались мы уже в течение 16 лет, можно сказать. Mm-hmm. И многие слушатели Радио 54 наверняка видели наши выступления на набережной. В день... Конечно, да-да-да-да. В день города, на наших любимых фестивалях фейерверка. Угу. Это было потрясающе. Ну вот для тех, кто не знает, мы, например, с Лешей не знаем, как выглядят вообще эти соревнования, что значит готовится какая-то программа, вы должны привезти туда самую большую коробку, я не знаю, вы должны... Саш, вот расскажите, это какой-то сценарий выступления, вот что такое подготовка и что такое ваш номер на этом фестивале, как он выглядел? Ну, подготовка к салюту, она состоит из нескольких частей. То есть сначала оценивается место, ну, это самое главное, даже вот просто на салют выезжаем, мы смотрим место. А с каких позиций оцениваете, ну, помимо безопасности? Самое главное – это зона безопасности. Угу. То есть, ну, чтобы при самолеты низко не летали, да? Нет, при проведении фейерверка не пострадал ни один человек. А это значит, какой метраж, километраж должен быть? Это зависит от калибра изделия. А, вот так, то да. есть самый максимальный калибр, который существует, ну, у нас, это 310-й калибр. Ну, мы его в городе использовали несколько раз. Ну, там зона позволяла. На последнем фестивале фейерверков мы использовали калибр 195. Угу. Ну вот выбрали место. Дальше. Выбрали место. 310 это вот еще просто ах или уже высота подъема 300 метров, ну, раскрытие где-то метров 150-200. Ну, феерия, конечно. Это словами не описать, это надо видеть. Да, я уверен, что все это видели, просто не все знают, что именно вот это вот сейчас было 310. Расскажите, пожалуйста, как вообще стать главным пиротехником? Что для этого нужно? Где нужно поучиться, может быть, или послужить? Ну, как бы... Надо случайно попасть в компанию, это в первую очередь. Или это еще с детства магний напильником обрабатывали? Ну, для этого есть в Сергиевом Посаде такой
предприятие, НИПХ называется, научно-исследовательский институт прикладной химии. На его базе существуют подготовительные компании, которые готовят пиротехников. Пиротехник выезжает туда, там его учат, ну, в течение недели показывают. Ну, это основное. Безопасность, ну, изделия какие существуют. Ну, и... Чувствуется, да, что главный пиротехник? Слово «безопасность» уже прозвучало не раз. И аккуратненько, очень-очень аккуратненько говорит. Ну, хорошо, вы выбрали место. И вот этот номер, который позволил вам победить, что он из себя представлял? И вы как-то его сами придумали? Ну, дальше уже идет написание... Сценария, наверное, какого-то, да? Сценария, да, составление. То есть, если салют под музыку, ну, подбирается музыка, да, соответственно. Но в подборе музыки принимают несколько человек, потому что пиротехник один, ну, это очень тяжело. За 16 лет уже столько музыки было. А на этом фестивале с какой пошли? Какая-то известная композиция? Ну, это, скорее всего, Сергею Анатольевичу. Расскажите потом. А он, да, за музыку отвечает, да? В этот раз отвечал за музыку он лично, поэтому... Ну, правильно, кто платит, тот музыку и заказывает. Я отвечал лично за техническую часть и за написание программы частично. Так. То есть какая у вас была... все бахало хорошо, с той стороны все хорошо звучало. А продолжительность, да, программы какая была? 5 минут. 5 минут. Угу. По музыке я немножечко добавлю. Да-да. Предварительно выдавалось техническое задание. Угу. Так сказать, у строителей нужно было в первой части рассказать о крае, с которого вы прибыли. А мы прибыли, действительно, мы выступали не только за Новосибирск, но и за всю Сибирь. Была выбрана композиция из интересной очень группа есть в Горном Алтае. Называется «Новая Азия». Композиция «УКОК». Использованы горловое пение, камус. Ну, интересная очень такая композиция. Да, она отражала такая, да? Действительно тот дух Сибири, которым действительно он изначальный, древний, вот этот вот дух. В этой композиции, кстати, уже по технической части, мы использовали орнамент народов Сибири. И это пиротехникам, кстати, очень удалось вот это показать. Да. Это было написано либретто специальное. Вот вы увидите, я вам оставлю его. И техническое либретто. И члены жюри конкретно сверяли. Насколько совпадает, да? Насколько совпадает, да. Это было, вообще. Да, одним из критериев того, что как, что задумали пиротехники, что задумал руководитель, к примеру. Насколько удалось осуществить. Да, насколько удалось осуществить. Вторая композиция. Мы отдали, скажем так, дань нашим солдатам, нашим воинам, которые погибли в Великую Отечественную войну. И фактически у нас в компании практически у каждого второго дед, прадед не вернулся. Мы использовали композицию. Тема близка. Да, конечно. Вот солдаты идут в исполнении Дмитрия Хворостовского. Это, тем более, это тоже наш земляк, да, которого знает весь мир. И третья композиция. Мы использовали композицию из оперы «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя» Глинки. Хор «Славься». Почему мы ее взяли? Здесь мы взяли ее, потому что 12 мая 1945 года, ровно через 3 дня после окончания войны, открылся наш замечательный оперный театр, известный на весь мир. И именно этой Иван оперой... Сусанин, да. Иван Сусанин, да. И вот это вот либретто, которое прошло, оно было все взаимосвязано. Мы начали от Сибири, прошли войну. И вот завершилось, мы отдали дань нашему оперному театру, нашим сибирякам. Это потрясающая, да, конечно, история. И что самое главное, мы тоже в либретто это отразили, что оперный театр был не только как место проведения там различных музыкальных спектаклей, но во время войны он хранил, он был хранителем. И город Новосибирск на самом деле был самым богатым городом в мире, наверное, потому что не все про картины... это знали, да, но они у нас хранились. Да, насколько я знаю, вот, у нас, по-моему, даже хранилась вот эта вот панорама севастопольская. Да, совершенно верно. Радио 54. В жюри присутствовали крутой композитор. Вот это да. Главный пиротехник. Нет, ну надо сказать, что Игорь Крутой уже неоднократно... У него музыка зажигательная. Ну, естественно, да. Он быстрее всего и за музыкальной частью отслеживал. Ну, так-то да, конечно.
от профессионалов-пиротехников Александр Татаринчик, известная компания. Был представитель, не представитель, а директор парка «Патриот». Именно в парке «Патриот» проходило это соревнование. И председателем жюри был Леонид Якубович. Вот это да! Крутил барабан. Какая компания? Ну, как многие говорят, компании «Большой праздник Сибирь» выпал сектор приз. Остальные были банкротами. Второй день подряд «Поле чудес» в эфире. Да, у нас вчера были победители, участники. Кстати, и Леонид Якубович, когда награждал, он выступил, он сказал: вы знаете, все совпало. И музыка, и история, и общее ощущение. Это был пиротехнический спектакль. Экстаз. Да. Я не знаю, как сейчас будет адресован вопрос в большей степени. А где вот все это производится, вся эта красота? Кто занимается производством, кто занимается разработкой? Насколько вообще быстро меняется все в вашей сфере? Могу ответить я. Отвечает главный пиротехник. Александр Радаев, напомним, да, главный пиротехник. Все изделия производятся в Китае, как бы. Ну, это логично, да. Ну, это логично, потому что изделия у них очень красивые, ну, это во-первых, а во-вторых, дешевые. Как бы. Ну, вы же изначально им как-то объясняете, чего вы хотите-то, чтобы вот как бахнуло и вот это вот в разные стороны. Есть город Лиянг, это центр пиротехнического производства, скажем, там все заводы основные, наши специалисты туда выезжают, выбирают изделия, эти изделия мы используем, изделия меняются постоянно, похожих изделий, вот похожих салютов, их практически вообще не бывает. Все салюты, вот, что мы производим, ну, одинаковых нету. А если не секрет, сколько стоит бахнуть из 310 калибра, ну, себестоимость? Порядка 15 тысяч. Это я к чему спрашиваю, потому что многие к фейерверкам относятся как деньги на ветер. Типа. Ну, так есть такое, да, мнение. Бюджет небольшого государства запустили в воздух. Я бы добавил, ну, очень красиво. Очень красиво, да. Правда, кстати, да. Напомню, что у нас в студии же не только непосредственно генеральный директор Большого праздника Семенов Сергей, но и Лена Штремлева, их пиарщик. Лена что-то приготовила, тоже важно рассказать, видимо, о фестивале, о произошедшем. Лена, какие новости у тебя, как у пиарщика? Ну, во-первых, мы тебя тоже поздравляем. Очень почетно работать в компании лучших, правда, Лен? Да. Это, конечно же, очень тешит самолюбие. Ну, рассказывай, какие у тебя вообще у самого ощущения после произошедшего? Какие-то, может быть, у пиарщика теперь есть многоходовочки продуманные, чего делать будет? У меня еще ощущения остались от подготовки, еще не прошли. Ну и, конечно... Не спала, скорее всего. Очень много было подготовки. Кроме либретто, написания, мы над ним работали неделю, как минимум. Правили дизайном, занимались. То есть очень серьезно к подготовке подошли. Кроме этого, мы должны были показать Новосибирск с лучшей стороны. К нам приезжал оператор от организаторов фестиваля Ростех, чтобы показать наш город, наши достопримечательности. Визиточку, наверное, такую составили, да? Да. Также в какие объекты вошли в этот фильм? Самое главное, это, конечно, оперный театр. Он также вошел и в программу нашу пиротехническую, как символ победы. То же самое по теме фестиваля у нас, чему был посвящен фестиваль, это 75-летию победы. Ну да, как и многое в этом году, конечно. Да. Показывали наши необъятные просторы Сибири, горы, величественные реки. Все было очень красиво. Это было также важно для презентации компании на фестивале, показать и что посмотреть у нас есть не только фейерверки, а еще что-то, и да? И город, и Сибирь в целом. Мы это все готовили, конечно, чтобы наши горожане и вообще Сибирь гордилась. Мы старались, и у нас победилось. А мы гордимся. А мы гордимся, потому что это наши, наши родные. А вот, кстати, по поводу конкурентов. Кто был ближе всего, кто дышал в спину? Кого можете, ну, объективно оценить тоже сильными участниками вот истории? Ну, наиболее сильные, я еще раз скажу, что мы были не в числе фаворитов. Это было три компании. Москва, Калининград и Санкт-Петербург. Да. Но, как и в любом спорте, побеждают не только на своей воле победе, но и на ошибках конкурентов. А какие у них были ошибки? Ну вот в данной ситуации, допустим, Санкт-Петербург было подготовлено технически, было очень много технических ошибок.
в его выступлении, что это действительно и отметили. То есть это получается проблема и просадка именно пиротехника, которая... Да, конечно. Но все-таки вот техническая ошибка, это не вовремя заряд вылетел или что? Да, совершенно верно, неправильное подключение. То есть это должно работать, либо это изделие не должно работать, но оно вдруг вылетает. Понятно, понабрали по объявлению, непонятно кого. Не то, что по объявлению, бывает в работе... Ну, человеческий же фактор нельзя исключать. Могу добавить, что во время подготовки 3 дня шел дождь. Это важно очень. Но, в принципе, могло что-то быть и технической неполадки, вот так вот скажу. А насколько вообще низкая облачность может помешать фейерверку? Или она гораздо выше находится в уровне разлета? Нет, облачность гораздо выше. Ну, если по поводу Санкт-Петербурга ясно, а Москва где-то ничего не так сделала? Москва, на мой взгляд, она не отразила сам сюжет, да, задание. Именно задание, они не пошли... Не дотянули, да? Да, они... подобрали неправильно музыку, на мой взгляд. Вот. Калининград, один самый первый победитель Ростеховского фестиваля. Кстати, они победители Каннского фестиваля фейерверков. Это очень именитая компания. Очень, да. Я до последнего думал, что они выступали, тем более последние. Я так и думал, что они победят на самом деле. И что же случилось? У них тоже оказалось непопадание в музыку. Непопадание, да? Да. И я хочу сказать, что наши пиротехники сработали безупречно. А сколько вообще человек было пиротехников в команде, которые отвечали за номер? В команде было 7 человек. И вы все параллельно работаете? Один за одно отвечает, второй за другое, да? Во-первых, сначала как разбивается на несколько частей подготовка. Это написание программы. То есть есть специальные программы, в которых пишутся фейерверки. Прямо видно, как шары там открываются, пишется программа. Потом по этой программе начинается подготовка. Подготовка, ну, написание занимает около 4-5 дней. Подготовка также занимает около 4-5 дней. Хоть раз в вашей жизни, Саш, была такая ситуация, что, ну, вот очень опасная, да, и вы, обладая правильными, хорошими знаниями по поводу безопасности, сами себе помогли. И где-то, может быть, риски, да. Вот расскажите конкретный пример. Что-то не так пошло, но вам удалось из этой ситуации выйти. Ну, так один раз было в Красноярске. Ну, изделие одно сработало нестандартно. Там есть управляющий провод, который, ну, по нему идет... Вот, скажем, управление всего фейерверка. И при взрыве вот мортиры этот провод был поврежден. Ну, фейерверк идет, как бы, а салюта нет. Ну, мы прошли по этому проводу, нашли обрыв, соединили. Ну, там была пауза, ну, скажем, минута. Но фейерверк сам был сохранен. Как бы, ну, и вы, собственно, тоже знаете, в сохранности, это важно. А вообще, каким образом вы репетируете подобные вещи? Только вот в плане компьютерных программ? Только компьютерных программ и вживую только уже показ. Первое областное радио.